Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня я зашла в проект Олимп. Стартовал он 1 января. Значит, закидали меня ссылками, приглашениями. Ну, решилась я зайти. Значит, здесь линейный маркетинг. Значит, лучший автоматический линейный маркетинг. Покупаем любой из тарифов один раз, единоразово. Ну, и далее все тарифы как бы автоматически. Значит, тарифы. Здесь 5 тарифов. Минимальный тариф 3 рубля вход. Единоразово вносим 3 рубля. И дальше все автоматически. Вот нажмете и посмотрите. Так? Каждый тариф. 3 рубля, 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 200 рублей. 5 тарифов. Значит, человек уже здесь 2702. Как мне сказали, здесь мощные переливы. Значит, далее что? Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Далее на почту придет письмо. Пройдете по ссылочке, если кто захочет присоединиться, подтвердить электронную почту, я же войду в кабинет. Значит, так вот он выглядит, все это все изнутри. Здесь информацию почитаете, кто захочет. А здесь вот тарифы 3, 10, 50, 100 и 200 рублей. Я зашла на 3 тарифа, потому что 3 рубля это, согласитесь, ни о чем. Я вот зашла на 50, 10 и 3 рубля. Всего это в сумме 63 рубля. Значит, вот здесь нажимаете «Пополнить баланс». Вас перебросят на Африкассу. Ну и там по схеме. После того здесь появится пополнение. И выбираете любой тариф, какой вам надо. Нажимаете «Активировать». Вот я активировала 3 тарифа. Последние операции, а здесь тарифы. И по вкладочкам. Ну, вот это наш профиль. Как бы, да? Здесь транзакции, пополнение, вывод. Так, вывод. Сейчас посмотрим. Здесь вывод средств. Минимальная сумма снятия 10 рублей. Выбираете платежную систему и вперед. Ну, а здесь кошелек. Так, здесь рефералы, список рефералов, активные рефералы, реферальное дерево. Далее новости, промо-материалы. Вот. Ну, вопросы-ответы, редактировать профиль. Значит, фамилия, имя, загружаете аватар, если хотите. Здесь ссылочки на соцсети, тоже по желанию. Ну, а это вот нажимаете сюда, копировать реферальная ссылочка. Кто захочет приглашать. И еще, как мне сказали, можно здесь работать без приглашений. Ну, посмотрим. Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!